Так много своих собственных песен, исполненных другими, Анжелика Варум вряд ли слышала. Повод – день рождения певицы. Студенты кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры выступили с трибьют-концертом к юбилею заслуженной артистки России. У нас сегодня необыкновенный вечер. Будут звучать фантастически красивые песни, которые в своей жизни спела замечательная артистка, которую я очень люблю, и которую, за творчеством которой наблюдаю с самого ее первого появления. Художник, что рисует дождь, осенний джаз, городок. Всего более 30 известных хитов Анжелики Варум прозвучали в концертной программе. Студенты не скрывают, что петь перед автором особенно волнительно, но приятно. Я просто только что вот выступила. На самом деле очень волнительно перед таким вот артистом с большой буквы именно выступать. Смотреть на ее реакцию, когда она улыбается, когда она подпевает тебе. Это на самом деле огромные эмоции, позитивные. Сегодня просто чудесный концерт. Я спела песню «Ты и я». Это одна из ранних песен. Очень нежная, полная любви. Песня, которая и мою душу тоже наизнанку вывернула, и душу моего педагога. Очень. И я видела глаза Анжелики. Она так смотрела. Инициатива провести такой концерт принадлежит Ларисе Долиной. Коллеги говорят, что она разработала и внедрила новую музыкально-педагогическую технологию. Это когда студент повышает свою квалификацию, выступая непосредственно перед исполнителем песен. Когда Лариса Александровна затеяла этот концерт, я скакала просто от радости, потому что у моих студентов появилась возможность прикоснуться к творчеству этой уникальной, удивительной певицы. Артистки, аналогов которой нет у нас в стране, она уникальная. Со своим темпом, со своей грацией, со своей человечностью и со своим отношением к каждому слову. Концертная программа длилась около 3 часов, но Анжелика Варум внимательно слушала и подпевала каждой песни. А для студентов МГИКа это самая лучшая похвала и поддержка. Александр Зель, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.